Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такой простой цветок в технике тунисского вязания. Для работы я использую нитки виолет. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо соединительной петлей. Вяжем одну воздушную петлю подъема и в колечко провяжем 3 столбика без накида. Первый, второй столбик и третий столбик без накида. Далее провязываем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Вытягиваем крючок из петельки. Вводим его в вершину первого столбика без накида и протягиваем рабочую петлю через эту вершинку. Далее провязываем 2 воздушные петли, отсчитываем одну петельку от крючка и в следующую протянем рабочую нить вот таким образом. И под арочку из 5 воздушных петель протянем точно так же рабочую ниточку, на крючке 3 петли. Провязываем одну петельку и далее по 2 петельки вместе. Один раз и 2 петельки второй раз. Далее у нас образовались вот здесь такие вот протяжечки. Вот одна и вот она вторая протяжка. Первую протяжку мы не считаем. Вот она здесь в начале в самом. Вводим крючок под первую протяжку. Протягиваем рабочую нить, не провязывая. Под вторую протяжку протягиваем вводим крючок под вторую протяжку, протягиваем рабочую нить. Сейчас на крючке 3 петельки. Далее под арочку протягиваем рабочую нить, 4 петли на крючке. Первую петельку провязываем одну и далее по 2 петли. Один раз, второй раз и третий раз. Теперь снова смотрим наши протяжки. Первая, вторая и вот здесь вот третья протяжечка. Под первую вводим крючок, протягиваем рабочую нить. Это вторая петля на крючке. Под вторую протягиваем рабочую нить, третья петля на крючке. Под третью протягиваем рабочую нить, четвертая петля на крючке. И под арочку протягиваем рабочую нить, пятая петля на крючке. Провязываем одну петлю и далее по 2. Один раз, второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Теперь снова смотрим наши протяжки. Первая, вторая, третья и четвертая. Вводим крючок под первую, протягиваем рабочую нить. Под вторую вводим крючок, протягиваем рабочую нить. Под третью протяжку протягиваем рабочую нить. Под четвертую протяжку протягиваем рабочую нить. Подарочку протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 6 петель. Провязываем первую петельку одну и далее по 2 петли вместе. 1, 2, 3, 4, 5 раз. Снова мы вводим, смотрим наши протяжки. Под первую протяжку протягиваем рабочую нить. Под вторую протяжку протягиваем рабочую нить, под третью, четвертую, пятую и под арочку шестая протяжка. На крючке сейчас 7 петель, провязываем первую одну и далее по 2 петельки. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Снова смотрим наши протяжки. Под первую протяжку протягиваем рабочую нить. Под вторую протяжку протягиваем рабочую нить. Под третью, четвертую, пятую, шестую и под арочку протянем рабочую нить. На крючке у нас 8 петелек. Провязываем первую одну и далее по 2 петельки вместе.
два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова будем под протяжки протягивать ниточку. Под первую, первая протяжка, под вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую и под арочку вяжем протяжечку ниточку. Первую провязываем одну и далее по две. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще один ряд провяжем точно так же протяжки. Под первую 1, под вторую 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и под арочку 9 протяжка нити. Сейчас на крючке у нас 10 петелек. Провязываем одну петельку и далее по 2 вместе вяжем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обратите внимание на то, что в каждом ряду у нас была прибавка по одной петельке. От начала было у нас 3 петельки, потом 4, 5, 6 и так далее. До 10 петель мы дошли. Это последний ряд в лепестке. Теперь вяжем 3 воздушные петли. Вводим крючок вот сюда, вот под верхнюю петельку. И захватываем еще вот следующую петельку. Протягиваем рабочую нить и вяжем соединительный столбик. И далее под наши протяжки будем вязать соединительные столбики до основания лепестка. 2, 3, 4, 5, под следующую протяжку 6, 7, 8. Вот здесь 9 протяжка. И под арочку вяжем тоже соединительный столбик. Первый лепесточек нашего цветка готов. Далее в колечко наше, которое наборное было в самом начале, мы провязываем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий столбик. Снова вяжем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Далее вытягиваем крючок из петельки. Вводим его в вершинку первого столбика без накида, который мы только что вязали, и протягиваем через эту вершинку рабочую нить. Вяжем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка протягиваем рабочую ниточку и под арочку протягиваем рабочую нить. Провязываем одну петельку. И далее 2 раза по 2 петли. Далее вяжем аналогичным образом, так же, как мы вязали первый лепесток. Вводим крючок под первую протяжку, под вторую, под арочку. На крючке 4 петли, провязываем 1, далее по 2 петли вместе. Далее следующий ряд снова под протяжки протягиваем рабочую нить. 1, 2, 3 и 4 под арочку. И провязываем 1 петля и далее по 2. Далее аналогичным образом вяжем под протяжки. 1, 2, 3. 4 под арочку и провязываем 1 петлю и далее по 2.
два, три, четыре, пять. Снова под протяжки протягиваем рабочую нить. Один, два, три, четыре, пять. И под арочку шесть. Первую петельку провязываем и далее по две. Снова под протяжки протягиваем рабочую нить. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь под арочку. Протягиваем одну, провязываем одну петельку и далее по две петли вместе. Снова провязываем ряд под протяжки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь вяжем под арочку. Провязываем одну петельку и далее по две вместе. Еще один ряд мы провязываем под протяжки. Одна петля у нас на крючке есть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и подарочку десятая. В последнем ряду лепестка у нас должно получиться 10 петелек на крючке. Провязываем одну и далее по 2 вяжем до конца ряда. Лепесточек готов почти. Вяжем 3 воздушные петли. Далее вот сюда вот вершинку лепестка провязываем соединительный столбик. И далее под протяжки мы вяжем соединительные столбики до основания лепестка. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и подарочку десятая соединительная петелька. Вот и второй лепесточек нашего цветка готов. Теперь мы снова провязываем в колечко 3 столбика без накида. Один, два, три. Вяжем 5 воздушных петель. Два, три, 4, 5. Вытягиваем крючок из рабочей петельки, вводим его в первый столбик без накида и протягиваем петельку. Вяжем 2 воздушные петли и продолжаем вязать следующий лепесток. Таким образом вяжем нужное нам количество лепестков для нашего цветка. Я провязала 6 лепестков. И заканчиваю вязание соединительным столбиком в вершинку самого первого столбика без накида. Ниточку обрежем, хвостик спрячем в мотив и сделаем влажно-тепловую обработку нашего элемента. Вот такой цветочек у нас получился. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.